20 октября в зале современного искусства музея Эрзи звучали советские песни. Это осенний концерт, особый подарок для гостей серебряного возраста. Советские песни им особенно близки. Подобные музыкальные подарки – неотъемлемая часть каждого месячника пожилых людей. На этот раз в нем приняли участие студенты Саранского музыкального училища Кирюкова и МГУ Огарева, а также артисты Государственного музыкального театра имени Яушева. Было время, когда в музее регулярно проходили концерты классической музыки. Но это было, в общем, довольно давно. Потом на какое-то время эта традиция угасла, а сейчас мы опять вот как бы это возобновили. Здесь вот, именно вот в этом зале, на этом рояле выступают пианисты, выступают скрипачи, камерный оркестр здесь играл. Ну и все-таки самое главное, я считаю, это вокалист. Уже несколько лет концерт проходит именно в музее Эрзи. Зал современной культуры еще больше усиливает связь зрителей с советской эпохой. Здесь размещены работы отечественных мастеров. Симбиоз искусств создает особую атмосферу. Это отмечают как зрители, так и выступающие. Все участники и гости концерта унесли с собой домой яркие эмоции и теплые впечатления. Ведь искусство может сделать ярче и теплее даже самый хмурый осенний день. Андрей Гаврилин, Станислав Семин, Народные новости.